Здравствуйте. Сейчас через минуту пойдем на этот крыльцо. Как видите, очень опасно, страшно. Я вообще не любитель таких вещей, но само название обязывает меня пойти на этот крыльцо. Он будет через минуту. Максим, как впечатление? Опа! Ну как? Ребят, еще раз здравствуйте. Встал в очередь на этот аттракцион и что-то подумал, что лучше не стоит, и решил более обойтись мягким аттракционом. Это вы извините, что я оправдал ожидания некоторых. Под название не обязывал, но я прокатился на нем массу удовольствия. Спасибо.